Где-то почти 4 утра уже. Готовимся на Днепре сейчас ловить рыбку. Приехал, кстати, сюда на велосипеде. Всегда езжу на велосипеде. Потому что нет машины. Я забыл сегодня, в понедельник, поэтому кто может быть сегодня? Все на работу поедут. Большинство. Да я один такой бездельник в отпуске. Как красиво сегодня. Пошла. Красота. Сейчас пускай постоит. Пару секунд. Все, две палки поставил. Там пришли люди с левой стороны. Сейчас будем смотреть, пойдет клевать хоть вестерка или подлещик. Раз доставлю, достану третий фидер. Пока будем ловить на два. Первые лучи солнца. Не пойму, клюет или это мой фидер цепляет кормушку. Жаль, что не показал. Это чухонь. Дойдем.
рыбакам поклевка. На фидером. Подлещик у меня небольшой, я беру стёрочку. Да, подлещик. Ух ты, блин. Поклевочка, поклевочка. Что-то мелкое, наверное. Или ничего вообще. Сошло. Поклевало и бросило. Риба. И это риба. Совсем маленький кузик. Пойдет он гулять. Поклевочка. Жестко. Упирается. Иди сюда, красавица. Иди сюда, моя хорошая. Что делает? В остальных фидерах тишина. Сейчас жара начинается. Поэтому последние забросы сейчас сделаю. И надо буду собираться уже домой. Можно сказать, 4 часов ловлю, в 3 часа выехал. Поэтому уже сейчас уже 9 час утра. 4 или сколько там рыбинок я поймал. Одну выпустил. Потому что маленькая была совсем. Подлещик маленький. Ну, сейчас последний заброс того дальнего фидера первого на кукурузу. Тоже зарязано, на больше приконки нет. Посижу, посмотрю, если не будет клевать, то домой туда. Так, ну вот и мой лов на сегодня. Подлещик. Два, одна густерка и чехонь. Сейчас мы. Вот. Сейчас я буду собираться уже потихонечку. Ну что, все, собрался. Поеду домой. Всем спасибо за внимание. Пишите, если было что интересно.